Английским языком Руслан Родионов стал заниматься еще до школы вместе с родителями. В гимназии номер 2 юноша поднял уровень владения иностранным языком, и теперь это один из его самых любимых предметов. Помимо языка, Руслан серьезно увлекается 3D-моделированием. К региональному этапу Всероссийской олимпиады школьников ученик готовился вместе со своим преподавателем. Признается, что задания были нелегкими. Такой уровень требует от ученика хороших знаний предмета. Руслан Родионов стал призером олимпиады по английскому языку. Лично для меня цель – это что-то доказать себе, что я что-то могу, что я что-то умею, отстоять честь школы. Но для каждого это может быть своя цель. Каждый находит ее сам. А с английским языком будешь связывать жизнь? Я думаю, да. Это, ну, мне очень нравится английский язык, и было бы хорошо с ним связать, поэтому почему бы нет? На сцене Дома учителя состоялся торжественный прием победителей и призеров регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников. 73 юных саровчанина показали высокие результаты на уровне региона и страны. Всего ребята получили 119 наград. Ученик школы номер 12 Михаил Виноградов стал призером заключительного этапа олимпиады по химии. В этом году ребята участвовали практически во всех школьных дисциплинах, а самыми популярными предметами остаются физика и математика. Но многие ученики показали себя и в гуманитарных науках. Вера Жарикова стала призером олимпиады по мировой художественной культуре. Я участвовала в других олимпиадах, но на регион еще пока что нигде не выходила, кроме МХК. Будьте собой. У каждого есть свои наклонности, и даже если вам кажется, что вы ничего не увлекаетесь, и если вам кажется, что у вас ничего не получится, это неправда. Вы молодцы, и вы обязательно со всем справитесь. Будьте собой, самое главное. Традиционно наибольшее количество победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников из 15-го и 3-го лицеев, 2-й гимназии. В этом году хорошие результаты показали также 10-я и 12-я школы. Очень много детей сегодня уезжают в большие города, в мегаполисы, где как раз сконцентрирована вся основная масса таких больших очень олимпиадников. Поэтому, конечно, Москву и Питер нам никогда не догнать. Но в целом, безусловно, мы на уровне Нижегородской области остаемся всегда в лидерах. И Нижний Новгород и Саров всегда представляют максимально достойно Нижегородскую область на территории России. Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников получили благодарственные письма и подарки от Департамента образования Ирфяцвнеев. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.